Там моя Бака. Покажи всем привет. Привет, Бака, покажи всем привет. Вот у нас Бака тоже на Рождество получила подарки. Да, и сейчас мы будем открывать эти подарки. Наши коробочки сейчас будем открывать. Вот, коробочки наши сейчас будем открывать. Посмотрим, что у нас там в коробочках. Что у нас там в коробочках такое? Давай, вскроем с тобой первую коробочку. Что там? Ну, нюхай. Нюхай, что там такое? Есть что-то хорошее? Давай посмотрим вместе. Откроем коробочку. А тут у нас что? Тут у нас для собаки. Вот такая у нас кофточка, курточка. Давай померяем, собака. Потому что мы, Йорики, ходим по улице летом голые, а вот осенью, зимой, весной мы должны одеваться, потому что у нас шерстюня не такая, как у овчарков или как у пуделей. Вот, покажись, какая ты красивая, Бака. Покажи спинку свою. Вот. Какая у нас курточка классная. Какая она обалденная курточка. О! Класс. Иди сюда. Тебе нравится? Я думаю, тебе нравится курточка такая. Хорошая курточка, такая вот как бы демисезонная. Против ветра. Иди сюда. Против ветра. Обалденная курточка. Вот такая вот. Да? Ну посмотрим, что у нас там в следующей коробочке. Давай посмотрим. Снимаем аккуратно курточку через голову, да. Все, так, ложим сюда. Постой. Давай-ка мы возьмем вот эту коробочку. Бака! А тут что-то, нюхай. Бака, это у нас тут свитерочки. Свитерочки для бабаки. Давай, посмотрим. Смотри, какой классный свитер. Какой у нас тут классный свитер, вот с такой вот наклеечкой его. Вот такой у нас свитер. Называется, что у нас тут называется? Северный полюс. Ну, давай оденем на тебя этот свитер. Залезай, обязательно залезай. В холодные зимние месяцы, когда батареи не работают, когда нужно экономить, чтобы население папуасов где-нибудь там на Аляске не замерзало, блин, то есть эскимосов, папуасы живут в Африке, чтобы не замерзали, мы должны экономить, поэтому мы подарили нашей собаке вот такой вот классный свитер. Покажись в этом свитере, покажись, моя хорошая, покажись, моя маленькая овечка моя маленькая, вот такая-то, моя классная, такая, моя Бака любимейшая, моя зверюка. Ну как тебе свитер, нормальный? Хорошо сидит. В таком свитере можно отмечать Новый год. Обалденный свитер. Давай, сейчас мы давай его снимем, секундочку. Вылезаем из лямочек, тут из хрястиков. Это как раз такие вот штучки, для того, чтобы свитер полностью держался на нашем пузике и не сползал наверх, да? Да, и мы вывернем, подожди. Вот такой у нас свитерок. Такой вот у нас свитерочек. Все, прихорошилось. Следующий свитерок. Вот такой вот у нас свитер для домашнего пользования. Можно и на улице ходить. Давай оденемся, давай проверим, что это у нас за свитер такой. Давай, ну-ка, залезай. Вот, молодец. Правильно. Ой, ты моя зверука такая. Зверука, кто такая зверука? И кто такая зверука? Это ты, давай. Ты теперь поправим вот так воротничок. О, какая у меня злобака такая бесенная. Вот такая у меня бесенка в свитере. В свитере такая бесенка. Вот такая бесенка. Вот на спине у нее косточка такая. Да, моя лобака, любимая лобака. Моя лобака. Тебе понравилось. Понравилось моей собаке. Вот такой свитер. Хороший свитер. Свитер хороший.
Помнишь? Мы с тобой делали как-то фотографию дяди Володи и Филя. Вот ты в этом свитере точно похожа на Филю из «Спокойной ночи, малыши». Ух ты моя злобака такая. Ты моя злобака, любимися я. Ух ты моя. Ну, давай посмотрим. Еще у нас там коробочка. Вот еще одна коробочка. Давай вскроем эту коробочку. Свитер давай снимем. Я так думаю, что в этой коробочке тоже какая-то одежка. Давай, вылезай. Стой, 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 не убегай, не убегай, не убегай, не убегай, не убегай. Не убегай, давай. Вскрываем последнюю коробочку. Вот так вот. Обалдеть, какая куртка у нас тут есть. Что ты понюхаешь, что ты понюхаешь? Вот у нас какая куртка. Стой. Вот такая у нас зеленая, обалденная, с капюшоном куртка. Давай, вот так воротник у нас так раскрывается. Ну-ка, давай померяем наш куртофан. Иди сюда. Ну-ка, стой, 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 иди. Ну не крутись, не крутись, не крутись. А то не получишь вкусняшку. Ага, понятно. Как только мы слышим слово «вкусняшки», все, мы сразу становимся тихими и добрыми, и хорошими. Так, это у нас тут так вот закрывается. Вот такой у нас воротничок. Покажись, ну-ка, покажись, бабака. Ой, какая у нас бабака крутая. В какой куртке у нас? Ну, почти прям Аляска. Почти прям Аляска, да? Аляска. Прям Аляска у бабаки. А теперь, если мы... Стой, стой, капюшон. Капюшон, если мы... Это на случай снегопада. Ну-ка, покажись, покажись. Это на случай снегопада, урагана снежного, пурги, вьюги. Спрятали наши ухи в капюшоне. Ты мои бабаки такие бешеные. И вот что самое интересное, у нас тут есть вот еще такой карманчик. Если кто не догадался, этот карманчик у нас специально для какашных кулечков. Да, бабака? Мы ведь культурные. Если мы где-то что-то делаем, то мы это складываем в кулечек и потом бросаем в мусорку. Ну все, бабака, ты довольная? Ты довольная, бабака? Ты довольна своими подарками? Два свитера, две куртки. Я думаю, ты довольна. Мы тоже довольны. Ты молодецка, молодецка. Ну чмоки меня, быстро чмоки, чмоки меня. Чмоки, моя халёся, моя халёся, моя халёся, бака. Ну все, бака, скажи всем пока-пока. Всем скажи пока-пока, нафиг пока. Всех с наступающими праздниками, с Новым годом. Не болейте, не болейте. И так далее. Всех вам вкусняшек. Всем вам нафиг всего классного, хорошего, здоровья. И так далее, и так далее. Да, 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 да. А, ну, конечно, сейчас пойдем за вкусняшками. Сейчас мы пойдем с тобой за вкусняшками. Дай сначала куртку снимем. Подожди. Ты же не пойдешь в зимней куртке на кухню, да? Аккуратно вылезай. О, вот, вылезай. Все. Беги, беги, сейчас я приду. Сейчас я приду. Вот такие у нас тут обновки. Вот такие у нас обновки. Ты моя хорошая. Ты моя хорошая. Подожди. Вот такие у нас обновочки. Вот такой вот, два свитерочка. Куртка такая теплая. И куртка демисезонная. Бабака получила у нас подарки на Рождество и Новый год.